Б-очки по 300 рублей, не проходи. Кто бы сомневался, играет марш славянки. Мими, ты хочешь эту очередь стоять? Ну, сегодня лучший день поставить очередь. А куда еще можешь? Пойти по набережной, там играют там-тамы. Пойти к памятнику Церетели. Это очередь пропускная. Да. Мы можем пойти там потусоваться, конечно же. Давайте пойдемте, потолкаемся. Вы же рыбка у нас свободная, вам же вас так и тянет где-нибудь потолкаться. Есть такая. Виктор Иванович, вот тебя Дорофеев смотрит, который сегодня про ортопедический рюкзак рассказывал. Какие мысли? Давайте проведем мозговой штурм. Не просто так. Сервера Гугла загаживать информационным мусором. Не просто так слоняться и бездействовать, правда? Да. Я вот, кстати, не просто так слоняюсь. Я иду и обдумываю. Речь. Мы же помним, что рыбка пишет речь. Правда, рыбка уже не рыбка, а Мими.
Но речь, наверное, как переходящее знамя. Да? Да? Не одну. Вот там звуки барабана. Там звук... О, там танцует, смотри. Просто не подумают зрители, что у меня одна единственная речь, над которой я работаю уже несколько дней. У меня несколько идей, над которыми я последние 3 дня работаю. У вас не, даже несколько идей? Как обеспечить себя несколькими статьями пассивного дохода? Пассивного дохода. Ага. Конечно. Это модная такая. Снимите толпу. Снять толпу? Там танцуют. Рыбка. Мы пройдем очень быстро. Думаешь? Угу. Хорошо. Смотри. Хорошо. Мы потратим совершенно чуть-чуть своего драгоценного времени. Хорошо. Самое настоящее живое лайв-видео. Рыбка, как вы себя ощущаете? У вас есть приступ к клаустрофобии, социопатии? Нет, я совершенно здорова. Прекрасно себя чувствую. Мне даже интересно здесь находиться. А? Мне даже интересно находиться в этом там. Ну, какие мысли? Иди к микрофону, говори сюда. Какие мысли? Я хочу поскорее пройти этот контрольно-пропускной пункт. Все хотят поскорее его пройти. У нас нет никаких запрещенных. Так, дорогие друзья, вот сейчас мы видим, как слаженно, но слабо подготовлено работает служба. Сюда нужно было в 5 раз больше людей, чтобы развести на разные рукава граждан и обеспечить высокую проходимость людей. Для господина Колокольцева не просто так. Владимир Владимирович это знает. На местах не дорабатывает. Рыбка. Вы подтверждаете? Да. Создание любой толчи, возможно, травмоопасно для детей. Девять сорок.